Добрый день. Сегодня у нас на распаковке телефон. Такой дешевый смартфон. Где-то за 2. Стоил его за 2100 рублей заказывал. Ну, сначала себе. Потом знакомая узнала, попросила ей отдать. Короче, продать ей. Тут у матери сломался телефон. Короче, сейчас я буду его распаковывать и смотреть. Скорее всего, мне придется еще заказывать. И телефон. И тут, во-первых, такая картиночка. Здесь такое написано, не знаю. Короче, дать оценку, видимо, данному телефону. С другой стороны, не знаю, с чем это связано, что тут по-нерусски написано. Короче, предлагаю дорогому покупателю поставить 5. Это непонятно. Ладно, в такой красивой коробочке пришел. Тут где характеристики то черный цвет, тут я вижу двухсимочный, 3G, 4 дюйма диагональ, двухсимочный, MP3, MP4 поддерживает, камера тут есть, GPS, 1250 батарея. Надо ее скрыть, интересно. Делаю первый раз распаковку телефона. В принципе, с Китая я только один раз заказывал для этого телефона. Так, сейчас. Сразу первым делом идет силиконовая крышка здесь. Крышка упакована довольно хорошо. Раскроем. Это самый дешевый смартфон, который я нашел. Заказывал себе на всякий случай, мало ли. Смотрим, что произойдет. Или со смартфоном подруги, у жены. Телефон, эта крышка не очень. Что у нас в комплекте у нас? Сначала комплектацию посмотрим. Закрыт. Ну, смотрите. Ну, это кабель. Наушники. Ну, я думаю, такие самые дешевые здесь. Нет, с этими. Разговаривать можно по ним. Ну и сам адаптер уже с нашей вилкой. В принципе, это как все стандартно. Вот сам аппарат. Сейчас глянем. Ну тут, в принципе, он на ощупь довольно приятный. Здесь вот фирменный знак, импра, одна камера, вспышка. Такой, в принципе, хороший. Мне нравится. Внешний вид. Сейчас пытаюсь снять эту. Как она снимается? Чего? Странно. На вес он тяжелый, реально. Не как пушинковый, как мой даже Xiaomi тяжелее. Так, можно было. А вот все. Картинку мы снимаем вот эту вот. Можно как-нибудь прилепить. Теперь. Но он с первого раза что-то не включается. Скорее всего. Посмотрим, как он снимает. Сейчас я его разберу. Там может защита батареи стоит. Так, снял крышку. Это было много элементарнее, чем я думал. Потому что нигде нет никаких вот. Ну, нет приметных знаков, что можно там снять. Просто снимается довольно легко. Ладно. Тут стоит защита в этом аккумуляторе. Сейчас мы ее снимем. Аккумулятор фирменный. Вот. Так, что тут у нас написано? Вот, тут сами видите. 1250. Вставляем обратно. Сейчас посмотрим, сколько он заряжен. Так, надеюсь, не придется заряжаться прямо сейчас. Хотела бы его протестить немножко. Так,
Сейчас. Включаем. Ну. О, пошел из коробки. Смотрим. Ну, в принципе, так он на вид. Вот, вот это очень приятный на ощупь. Поверхность. Звук какой-то тут. Ну. Давай. Сейчас он загружается. Польский вот выбор языков. Где наш? О, русский. Симку не вставлял. Пропустить этот момент. Так, выбор. Ну, Wi-Fi, конечно же, сейчас введем. Так, давай. На русский перейти. Ага. Ну, стандартно все. Вибрация такая мощная. Подключаем. Тут видно, заряда очень мало осталось. Как он медленно подключается. Так, аккаунт мы не будем добавлять никакой. Не сейчас. В принципе, все предусмотрено. Сразу же и гугли тебе. Поехали дальше. Владелец телефона. Кстати, довольно годный. Добро пожаловать. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Стандартная тут картинка. Имею в виду. Менюшка. Сейчас сразу посмотрим, как он снимает. Так, чтобы взять за основу, возьмем коробочку. Это уже. Выполните прокрутку для просмотра других режимов съемки. Тут еще и режимы съемки есть, чтобы посмотреть, что за режимы. Ок, нажмем. Так, о, это зум. Масштабирование. Да пускай говорят, ничего страшного. Я пока ничего не говорю. Я тоже. Так, ну посмотрим сейчас. Вспышку автомат сделаем. Это плохой мультик. Так. О, посмотрим, что тут получилось. Ну, так. Отстойный, честно говоря. Ну, для такой цены, для 2000. Плюс мне еще придется заказывать. А это фронтальная картина? Нет, фронтальная вот. Так. Что же он мне... Давайте со вспышкой лучше тянем, потому что там... Вот, сейчас посмотрим, что получилось. А ты что, слышал наш разговор с Денисом? Так. Смотрим. Как-нибудь... Ну, не коробочку, что-нибудь такое. Вот попугая сниму. Ну, этот попугая снял. Вот такая картинка. Я потом вот здесь вот ее вставлю с компьютера. Вот сейчас ее... Вот она как. Кстати, тут довольно много всяких настроек. У меня даже в телефоне нет такого. Эффекты. Тут даже информация о месте. Так, что-то еще у нас есть. Потому что почему-то многих не интересует режим съемки. Ну, тут 2 мегапикселя. Задняя камера там. Микрофон. Ну, короче. Кажется, видео можно снять. Высокое, хорошее, среднее. Ладно. Что тут у нас еще есть? Так, вот. Пока тут заряжал батарейку. Батарейки сели в телефоне. Обнаружил, что еще есть пленка для этого телефона. Ну, так и потом. Сейчас... Тут прошивку, ну, я не обменял, хорошо его показать. Так, вот запустим, заходим. Тут делать настройки. Я уже заходил, не знаю. Сохранился тут нет, потому что у меня резко вырубился телефон. Где тут настройки? Я что-то уже. А вот настройки. Вот телефоне. Так. Ну тут.
версия Android 4.4.2. Тут какие-то прошивки написаны. Беспроводное обновление. Вот. Новая версия от 19 декабря 2017 года тут есть. Сейчас мы ее обновим сейчас. В течение времени обновления все будут. Ну и так далее. Ладно. Распаковка пакета не прерывать. Ну, немножко расскажу. Пока заряжался телефон. Батарейки для фотоаппарата. Я посмотрел на Ютубе видео. Какое-то видео шло, какое-то тормозило. Мы сейчас попробуем обновить прошивку, что будет. Ну, я сейчас... Нет. В принципе, все обновилось. Сейчас уже перегрузка идет. Сейчас глянем, ну, что будет. Обновляет. Красивенько вот так вот. Обновился. Вот запустил первое полчаса видео. Какое-то. Тут вот работает делаю. Штука, которая переработает. Ну, видео как-то совсем никак. Попробуем его приостановить. С другой стороны, может у меня что-то с компьютером. Сейчас попробую перегрузить модем. Так как посмотрим, что будет. Сайт шло медленно. Видео решил установить YouTube. В принципе, он довольно быстро установился, даже не ожидал. Так, сейчас попробую его открыть. Посмотрим уж, как там будет. Какая там скорость. Он загружается. Или загрузился. Так, еще синхронизация. Шла. Не дается войти в аккаунт. Да не надо мне входить в никакой аккаунт. Ой. Я хочу просто проверить видео. Потом уже перейдем к заводским настройкам. Тупо обновите сервисы Google Play. Ну вот, вошел вроде. Так, ну вот, допустим, вот. Посмотрим, как это пройдет видео. Первый попавшийся, опять же. Ладно, обновим сервисы. Google Play это... Зачем? Ну вот, смотрите, довольно быстро он загружается. Почему видео-то не идет? Идет так медленно. Ну, я думаю, эта ошибка будет исправлена. Все-таки там какой-то непонятный браузер стоит. Хотел сначала поставить Mozilla, потом думаю, зачем я вот приложение YouTube поставлю. Сейчас глянем. Я еще хочу... Это обычная звонилка, как мне кажется. Ну, довольно приятная. Симку вставить и попробовать позвонить. Сказать свое мнение. Так, вот, открыть. Интересно, зачем мне его открывать? Так, ну и чего? У нас там еще 8 посылок. Распаковывать. Это вынес в отдельную распаковку. Телефон. Ладно, пока паузу поставлю. Блин, да, чуть-чуть попить. Ну вот. Обновил Google Play. Все не тормозит. Двигаемся. Пожалуйста, будем дружить с семьей. Дальше следующее попробуем. Андрей сходил к врачу, чтобы проверить слух. Слух подтвердился. Врач действительно из этих. Так. Еще. Игорь был против, чтобы его сын ругался матом, но светлячка он тоже увидел впервые. Посмотрим, что. Спасибо, пожалуйста, ребята. Фигня. Шепелявый мужик заревел в такси, пытаясь объяснить, что ему надо. Посмотрим вот это. Я просто проверяю скорость, как она грузится. Потому что некоторые берут еще обратно не только звонить, но и смотреть. Так, ты что, видел, что ли? Нет. Привет! Дорогие друзья, вы, конечно же, знаете, что украинские... В принципе, нормально. После обновления, и именно с Ютуба, приложение Ютуб идет все. Так, сейчас я буду проверять. А, тут синтезатор речи обновляет. Ладно, мы больше не будем смотреть. Все идет у нас.
Сейчас что мы сделаем? Сейчас вставлю симку, позвоню по нему и скажу. Сейчас что-то обновляется еще. Гугл обновляется. Тут обновлено один приложение. Ладно. Сейчас будет мое мнение о том, как он. Так, как созвонил сим-карту, тут даже показано. Кстати, с одной стороны вставляется она вот так. Первая симка, вторая вот так. Ладно, посмотрим сейчас, что будет. Вот. Это как-то кривобоко. Ну ладно. Так, ну вот все, позвонил. Звонки довольно хорошие. Качество хорошее. Для звонилки он очень пойдет. И тут он довольно-таки шустрый. Вот приложение особо не устанавливал, кроме YouTube. Можно, конечно, попробовать игрушку. Допустим, протестировать, я не знаю. Но этот телефон, честно говоря, не для игры. Так. Он довольно долгий такие делает эти процедуры. Думаю, для детей в школу пойдет, для бабушек. Вот дурак, тут есть игра. Вот тут. Мы его, наверное, насиловать-то не будем с этими играми. Вот такая вот игра, я думаю, пойдет. И вполне будет красиво смотреться. Сейчас посмотрим, всякий случай такой. Шарики эти. Посмотрим, как она будет устанавливаться. Давай, нажимай. Угу. Так, звонилка она вполне приятная. Смотрим, как сообщение. Идет сообщение. Ну, Android очень знакомый. У меня на старых телефонах такой был. Ну, когда я вставлял симку, мне тут присылал настройки. Ну, вполне так. Так, установка приложения. Так, открыть. Да, не шустро, конечно. Опять же говорю, такая приятная звонилка. Но сам по себе телефон, конечно, без вот этой вот ерунды он лучше. И выглядит. И на ощупь приятный. Так, загрузилась. Элли, или какой-то страшила. А, это вот. Тут надо. А, шарики тут между местами. Короче, такая классическая игра. Вот, для этого очень шустро. О. О. Первый этап пройден. И реклама. Так. Следующий этап. Сейчас сегодня там пройдем и все. И обзорный там закрываем. Смысла нету продолжать. Тут это не какой-нибудь там супер смартфон, что показывает тебе все какие-то возможности непонятные. Это обычный телефончик. Обычная звонилка. Без всяких бомбасов. О, тут какая-то напитка. О, второй этап пройден. Ну, такая вот обычная детская игра. Все, закрыли. Покажу, как это листается. Все. Для бабушек, дедушек и папитера это очень даже более чем. Так вот можно резко. Еще путаю, что-то вот. Камера. Тут же резко внука сфотографировать, можно еще кого-нибудь.
О, там компьютерный стол. Вот, пожалуйста. Все работает, все. Относительно качественнее. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки.